Юные ученики сражаются друг с другом и со своим наставником. Сигеру Аоки, мастер кендо 8-го дана, преподает это боевое искусство японским детям более 40 лет. Но скоро 70-летний мастер снимет защитную экипировку фехтовальщика и возьмет в руки олимпийский огонь. 12 мая факел прибудет в Фукуоку, где живет Сигеру. Однажды мужчине уже доводилось увидеть эстафету олимпийского огня. Тогда ему было 14 лет. Япония принимала летние игры 1964 года. В тот день учитель сказал нам: «Вы больше никогда не увидите олимпийский факел, поэтому внимательно посмотрите на него». Я очень хорошо помню это событие. Учитель ошибся, и теперь Сигеру сам станет факелоносцем. Но этой чести предшествовали долгие годы тренировок и совершенствования мастерства. Заняться кендо он решил по совету мамы. Потом пошел работать в полицию, где этот вид спорта входит в учебную программу. Получить 8-й дан было нелегко, но Сигеру справился. Когда я прошел аттестацию, то словно летал в облаках. Невозможно описать это чувство. Я был безгранично счастлив. Весь мой упорный труд окупился. Кендо – это современное боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах. Оно берет истоки в древнем японском мастерстве владения мечом – кендзюцу. У них одинаковая философия – совершенствовать душу и тело, развивать сильный дух, ценить честь и вежливость, служить государству и всему человечеству. Некоторые поклонники кендо выступают за включение этого боевого искусства в программу Олимпийских игр. Но Сигеру считает, что у кендо свой путь. Люди будут воодушевлены, если кендо станет олимпийским видом спорта. Но в этом будут и плюсы, и минусы. Эстафета олимпийского огня летних игр в Токио стартует 12 марта и продлится до 24 июля. В этот день начнется Олимпиада 2020.